Всем привет, с вами канал Мото Дни. У нас на обзоре скутер Z50R от компании Irbis. Куплен был полгода назад за 5000 рублей. Не на ходу. Прошлый хозяин сказал, что у этого скутера этот не заводится. Он не знает эту причину, почему не заводится. Ну вот, мы пригнали его к нам в город, почистили карбюратор. Все завелся, все отлично. Вот, до сих пор катаемся, не было ничего поломок, только трескалась крышка вариатора, но она сейчас потрескнула. Вот. Вот такая вот тут пиздец. Можно сказать, это бешеная табуретка, 80 кубов. Ну, за 5000 по цене металлолома его взяли. Вот. Что, владелец, ты хочешь сказать на это? Да ничего. В принципе, скутер более-менее нормальный, тем более за такую цену. Блин, ну, как бы сказать, за такую цену можно только кнопочный телефон купить. Ну да, правильно говоришь. Вот, тут так стоит у нас тормоза, дисковый передний, задний барабаны. Передний двухпоршневой супер. Едет хорошо, скорость набирает бодро. Накат на нем 8423 километра. Документы также на нем все присутствовало. Все прям было чики-пуки, как говорится. Ну что, владелец, прокатись, заведи нам мотор. Посмотрим, как он работает. Сейчас он заведет мотор. Личинка у нас сломанная. Газку подай. Видите, вот. Вот так вот. Вот, хватит нам, завелся. Хоть и с первого раза завелся, но так вот. Все отлично. Ну прокатись, что ты. На самом деле это отличный скутер. По моему мнению, за 5000 рублей больше ничего и не нашел бы. Нашел бы за 5000 рублей только вот Карпаты, мопед и Ригу. Ну и то в сломанном состоянии. А это, считай, был не на ходу и всего лишь был не почищенный карбюратор. Вот так вот, ребят. Сегодня у нас опять обзор на Irbis. И вот такие у нас пироги всегда происходят в городе Арзамасе. Ну, у нашего владельца Артема есть все, почти что он любитель компании Irbis. У него есть Альфа Irbis, и скутер Irbis, и снегоход Irbis. Также у нас будет зимой обзор на его снегоход и прочее другое. Вот, ребят. Так он катался на Альфе Irbis 110 кубов. 110 кубов он катался на Альфе. Но у него заклинил мотор из-за обгонной муфты. И сейчас катается на скутере. Впрочем, он скутер просто купил себе на первое время подучиться, но он купил потом Альфу, чтобы все было у него окей. Ему это было не хватать этого скутера. Не хватать. Короче, ему не хватало этого скутера. Ему, короче, не хватало этого скутера. Он купил себе Альфу. На Альфе прокатался почти целый сезон, заклинил двигатель. Вот такая у нас пироги. Ну, Артём, ну что, тебе нравится скутер? Нормальный скутер, бешеная табуретка. Бешеная табуретка, говорит. Ну все, ребят, если вам понравился этот ролик, подписывайтесь, ставьте лайк. Всем удачи, всем пока. Итак, ребят, приехали мы в гараж. И вот, что вам обещал, будет обзор вот на эту Альфочку и вот на этот снегоход.
Альфа в охуенном состоянии, ребят. Ну, поймал клина из обгонной муфты. Также на ней накатано 9157 километров. За этот сезон 9000. Я не знаю, куда владелец ездил. Ну вот такой вот снегоход. Он самодельный? Да. Самодельный снегоход. Бум, блядь, тебя организатор мог убать и спиздить на свой альф. Че он? 9,5 лошадок. 9,5 лошадиных сил. По полю примерно 70-75 ебашит. Ну вот, дорогие друзья. Вот такая у него техника стоит. Ладно, пока.